Всем привет, дорогие друзья, с вами Грув, поля сражений, присаживайтесь поудобнее, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, держите птичку. А, что, сегодня поиграем, посмотрим, что здесь можно будет реализовать. Так, есть король лич, кто есть? Наги, драконы есть, пираты, свинообразы, да, АПМ пираты и лемы могут получиться. Бум-бум-бум. Есть Рафаам, но в Рафааме есть минус. Он остается в первой таверне. Хотя в первой таверне это ничего страшного. Давайте сыграем за Рафаама, посмотрим. Здесь сейчас, как в принципе... Я не понимаю людей, которые жалуются про уходы квестов. Потому что сейчас мета... В принципе, настолько же темповая, как и раньше. Поэтому я не понимаю этих людей, которые жалуются на там уход квестов. Сейчас тоже, если ты там засиживаешься где-то там, не усилился, получаешь кучу урона, вылетаешь из игры. Так, драконы. Драконы почему, я спрашивал? Потому что есть вот такой вот дракон смерточешуй. Абилка, что мне не нравилась, потому что мы... Ну, с этой обилкой засиживаемся. Лучше вот какого-нибудь пирата выйти в двоечку. Это гораздо эффективнее ход. И не сидеть в первой. Но уж что взяли, то взяли. Есть удешевление. Там какие-то пираты. Скорее всего, там пират 3-1. Его я с удовольствием заберу. Если он победил... Победил свинообраза. Так, дайте-ка я подумаю. Я могу сыграть на драйвателе, выйти в левел. Наверное, придется фризить. Либо любой спелл за 2, да, фризить. Потому что теперь я могу повышать уровень таверны. И у меня стол будет становиться все равно сильным. Благодаря вот этим двум дракончикам. А если мы выйдем в четверку, поставим между ними упоротого поэта, то вообще классно будет. Потом их еще можно будет позолотить с помощью Юлуня. Это просто хороший пират. Вряд ли заинтересует его мои карты. Кстати, надо подумать, а стоит ли мне... Я хорошо карту. О, триплет дали. Стоит ли мне играть обилку? Свинообраза. Еду в левел. Стоп, свинообраза один. Наверное, без обилки. Тут есть триплет. Этот триплет куда лучше? Наверное, самое ближайшее это четвертая таверна, да? Выше вести этот триплет нет смысла. Вопрос, есть ли смысл вообще не брать этот триплет, а поискать, допустим, два капитана Грознорыка? Тоже как, в принципе, вариант. Ну, не знаю. В тройку я точно не хочу собирать этот триплет. В тройке брать тупо нечего. А вот четверка или пятерка — это круто. Но для пятерки далековато, наверное, вести. Неплохой удар. Нужно куда-то сюда было бить. Чего некуда было передавать статы. Ну, так не очень много урона. Опять же, да, если я... С триплета что-то хорошее найду. Там пираты, слушай. Вот против пирата я бы продал, сыграл бы обилку. Все-таки получить вторую шалупеньку — это нормальная тема. В двойке остался. Ну, пускай сидит. Просто если я не выхожу в левел, соответственно, я не собираю этот триплет. А сидеть, покупать фигню сейчас, в двойке оставаться, чтобы вот это купить, наверное, нет большого смысла.
Не знаю, сколько бы я в четверку не собирал, а свинки есть? А, еще свинки есть. О-о-о. Свинки есть, это... Вот здесь экономика есть. Очень жирная экономика. 4 золотых за спелл. Вон, можно будет взять лови яблочко, и классно. Ну да, нас устраивает, в принципе, четвертая таверна. Есть еще дракон Смерташуй сразу же к нам. Есть вот это, монетка-даватель. Вот, неплохо, Шушпен. Единственный минус это вот эти карты, конечно. Какой плохой удар. Удар ужасный. То есть он с терпеливыми разведчиками... Ну ладно, хрен с ним. Нравится ему с терпеливыми разведчиками играть, пускай играет. Так, окей, собираем мы тут. И мы получаем Гуруга. Ну, Гуруг со старта это на самом деле неплохая карта. Это 4-6 бабл. В принципе, неплохо. Получается, что я играю обилку. И, ну, наверное, заберу токен себе. Получается, у нас хорошее существо с баблом. Здесь удвоены наши таверны. 6 на 2, 4 это дофига. 8, 10. Нету, конечно, к пирату мне ничего. Но здесь я сыграл обилку, там смешанные существа. Может, вот эта штука зайти в триплет, может. Можно вот так расставиться. Какой ближайший план? Ну, Гурук... Гурук свиньи. В партии также есть пылки Сквернокров. Нам где-то надо найти экономику. Либо раскачку статов пассивную. То есть пассивная раскачка статов это пылки Сквернокров, скользкие Сквернокров. Блин, очень сильная карта. Мне ее дает. Хорошо, кстати. Неплохая карта. Это он триплет, что ли, собрал? С обилки в четверку, нифига себе. Все для моей смерти. Ну, это усиление для меня, естественно. Очень хорошую карту мне дал. Это сейчас медленно. Драконы. Выход в левел, обилка банан, как будто бы. Ничего, генерации шардов мы не нашли. Поэтому идем как-то вот так. Во-первых, выход в левел улучшается наш гадкий дракончик. А, во-вторых, здесь брать нечего. Ну, через живой зерит мы играть не будем. Опять же, раскачку мы не нашли, экономику мы не нашли. Что нас здесь останавливать, не знаю. А вот ход может 2 в четверке посидеть можно. Во-первых, в четверке у нас может прийти какой-то, может, еще один Гурук с логоносцем. Может прийти упоротый поэт к этой карте. Может забраться триплет, может прийти еще одна химера. Тогда можно, в принципе, он как дракон считается, да? Можно в драконов попробовать ковырнуться. Но нам нужен упоротый поэт с выставочным драконом тогда. Ну, посмотрим. Тут еще много есть аутов, хп есть, есть куда смотреть. А проблема в том, что к свиньям здесь не поиграть через релак, потому что зверей в партии нет. Означает, что ночной джазист будет играть только заклинание... Ну, типа, используйте боевой клич. Вот. Вроде все сказал. Так, в среднем посмотрим. Оппонент, конечно, остался в третьей таверне. Неприятно. Ужасный удар для меня. Ну, сейчас посмотрим, что я заберу. Ну, не самое лучшее. Лучше, наверное, вот эта карта была. Просто он фармит статы. Мне не очень это нравится. На халявку, так сказать, бьет. Налево. Нормально, ничья вполне нас устраивает. Эта карта не то, что нам нужна была.
Так, эта карта для элемов неплохая. Я ее возьму, но ставить не буду. Вдруг придет... Вау. На прокрутку. То есть у нас какие... Вау. Чё? Хорошо, так думаю. Я здесь призадумался чуть-чуть. Потому что это экономика. Вот это экономика, я понимаю. Потому что теперь сюда можешь заклинание играть, а если сейчас брана дадут. А, я проиграл, да? А, у нас ничья была. Так, ну дайте-ка я подумаю. Чисто технически Урзул, наверное, выглядит приоритетнее. Есть еще трипле. Ну, слушай, давай соберем этот еще один триплет в терку. Здесь ничего нет. И здесь как бы ничего нету. Охотник за головами. Блин, два триплета не дали мне выход в левел безопасный, да? Нет, не нравится. Есть, да, какая-то раскачка элемов, но ничего большего. Мне просто нужна либо Элиза. Ну, свиньи вряд ли здесь получаются. Здесь ближе элемы все же. Вот, дракон классно было бы. Бесплатные роллы классно было бы. Есть вот экономика. Так, а здесь что? Польский сквернокров. Это означает вот это. Плюс раскачка таверны. Ну, это хоть что-то. Это хоть что-то. Так, наверное, дракон уже все. Химера еще пускай посидит пока. Удвоение характеристик пираты. В драконов я уже не хочу, спасибо. Раскачка. Слушай, мы можем вместо элемов пойти все же в демонов, да? Я могу от этой карты пока отказаться. Просто вдруг я сейчас триплет соберу. Ну, заклинание будет конечно... Реролы пришли, да? Заклинание на боевые ключи лучше, конечно, сюда играть будет. Ты кто? Дракон, выход в левел. Свин. Демон, элем, демон. С одной стороны, вот эта карта хороша. Дракон. Не могу определиться. Вот это уже в триплете есть. Восьмой ход. По-хорошему надо, конечно, в левел пердолить. Если я здесь защищу... Ну, Элизы нету, да, для этой карты. Нету дракона еще, не найден. Брана, ну, соответственно, тоже нету. Ну, вот это вот на пассивных статах, вот о чем я говорил. У Челика есть пассивные статы, которые он приумножает, и он на этом может играть. Есть далее Лема, да? О чем я, собственно, вначале и говорил, что надо найти вот что-то вот такое, чтобы оно там само качалось себе. А ты просто в левел мог выходить, и вот этот чел так играет. Молодец, он все нашел. 16 хп тем временем у нас. Есть карта, есть карта. Выход в левел драконы.
Угу. Но это я беру в любом случае. Какие-то демоны. Элиза активатор. Так, мне надо сначала забрать вот эту штуку. Есть, кстати, вот эта хрен. Хрен моржовый. Теперь я могу сыграть вот эту хрень, да? Ой, Элиза. Блин. Так, здесь есть триплет. Но если я этот триплет собираю, то... А, я могу его, допустим, через этот спелл взять. Он сам ко мне придет. На следующий ход. Ну и обилку сыграем. Не знаю, что здесь еще делать. Надо как-то закрутиться. Спылы здесь есть карта на эту карту. Если я найду Рокоментали с триплета, или сейчас наоборот не получу урон, то, наверное, будет у меня шанс. Иначе, наверное, не будет. Ну, прикольно, я бью по карте, она не умирает. О, прикольно. Она, наоборот, еще больше статов дает. Я что, пятнашку получаем? 7-15. Ну и надо камбэкать, либо вылетевшего сейчас получать. Вот вылетевшего дадут, самый хороший варик для нас. И ничего. Это, наверное, беру ролл. Монетка, деньги, деньги, деньги надо, да, сыграть. Есть еще вот этот свин. Есть еще армор, не знаю, сколько он бил там. Демона 15, наверное. Наверное, не могу так играть. Сейчас посмотрим. Бран есть. Бран очень хороший. Я триплет всрал, да? Ну, давай армор сыграем, может, я не вылечу. Заклинание, свин. Химера нам тоже особо, наверное, не нужна. С кем мы дрались, что там у Тесс было? Там драконы были. Кто-то демон, наверное, это оставлять надо. Я не знаю, вместо кого мне вот этот спелл сыграть. То победа? Правда, что ли? Правда, что ли? Ну, это потому, что он резает фигню, да, из-за вот этой свинки чисто, да, законтрил. Действительно, 100 победа. Так, это куча карт, куча ресурсов. Не знаю. Вы жмурабы дали разочек? Но теперь-то жмура мне вряд ли дадут. Слушай, не знаю... Выглядит как будто надо в демонов играть. Свинообразы. Слишком большие статы.
Так, здесь сожрали ролл. Ну, блин, очень похоже на этих, на демонсов. Я очень быстро смогу качнуть статы, по идее, вот этим. Возможно. Это просто дракон же, да, у нас? Так, рероллеры у меня есть еще. Есть пират, пират, пират. Так, а мы выиграли. Брана, наверное, не могу, да, брать? Ух, триплет. Есть мышь. Хорошая мышь. Так, Лерой, Лерой, атака. Нам бы демонами, да, закрыться. Демоны, потому что... Не знаю, вот это, наверное, не нужно. Не знаю, уже бы любых, наверное, демонов. Вот это хороший демон. На спылы... Демона свин. Ну, здесь ролл мы делаем, да? Вот это фризим. То есть, ну, окей, мы вышли в каких-то демонов. А что еще делать? Не, лемов же дальше форсить. Хороший удар. Не, нельзя дальше лемов форсить. У нас нет рока менталя. Ну, случайно здесь победил. Не знаю, по поводу теперь реролов. 15 выбил чела. Просто жесточайший камбэк на демонах. Ну, теперь жмура могут дать. Не знаю, желательно вообще Брана бы в триплет заводить. Это прям очень желательно. Давай, да, сюда статы. Все-таки. Че там, пожираете, да? Так, либо два заклинания надо, либо... Ух ты ж. Бесплатные роллы. Не знаю, зачем я это прокручиваю. По привычке. Здесь есть вот раскачка еще. Есть вот эта хрень, но нужна она нам. Эти сожрут. Наверное, возьму, а чё мне этих... это здоровье уже... Ни горячо, ни холодно. О, это прям очень хорошие. Я думаю, могу ли я взять, если это продам, это. Сразу сожрали. Ух, триплет свина. Ой, какой ролл. Ну, блин, вопрос, нужен ли мне этот триплет свина? Что я его сожру? Блин, рерол еще надо будет делать. И надо было эту стенку сыграть. Эту надо карту выбрасывать. По-хорошему надо держать три демона. А, это АПМ. Ну, тут как-то 50-50, не знаю. На самом деле, я играю до первого... свина. До первого свинообраза, который может прийти и всю малину испортить. Хотя, я же ничего не ресу. Это из... О, у меня все еще есть три роллы. Забавно.
Хотел бы я в левел выйти, а сколько здесь теперь? Еще один. Драконы. Смена обилки как будто бы классно. Вот это как будто бы классно. Здесь в идеале надо, чтобы вот этот хрен стоял. Вау. Продать. Сыграть. Ну, если не сожрется, не знаю. Тоже маловероятно. Это я тоже сыграю. Спел лишний, да? А сколько здесь спелов? 2? Так, ну мы это тогда сразу продадим. Ну, здесь брать не с чего. По факту. Ну, давайте это тогда сжираем. Забавно, конечно. Кто там драконы? У драконов есть ли яды? Мне, по сути, вот эта мышь не нужна. То, что мы и так тут сжираем, да, полный стол. Дважды мы тут стол не сожрем. Лучше уж какую-то генерацию заклинашек здесь добавлять. Блин, уже бы давно вот это в триплете было бы, мы на нее заклинание бы играли. Но, смотрите, да, не было ни одного свин... О, не свин, он кто там? Панды, панды не было. Звезда Родео обычно дает под браном вот эти всякие ништячки. В любом случае, эта карта, наверное, лучше, чем голодающий. Я с другой стороны. Ну давай, что ты тут собрал? Химера. Блин, ну вот с этим, конечно, проблематично будет, потому что все-таки... Ну, статы громадные. Ну, ХП, ну он может просто свинками или лероями чем-нибудь закрыться, найти. 9 триплет все же у человека, он вполне себе... Вполне себе может это сделать, да. 40 урона. Блин, ну камбэк жесточайший, конечно. Да, я пол игры какой-то херней занимался. Да и сейчас можно было, наверное... О, там... там есть хорошая карта. Слушай, давай, да, продам вот эту штуку. Там дракон есть просто. Да не этот. Лерой какой-то. В теории можно, да? Нам еще брана менять надо. Так, а здесь сколько? Один. Одна заклинашка, да? Ну, давай сюда. Сейчас вдвоем... Ну, не знаю, реслку можно найти, опять же. На самом деле, это достаточно плохо. Чисто как заклинашка, maybe, не? Ну, лишний таунт еще, кстати, not bad. Я думаю, что я продаю брана, ставлю Лероя и делаю ролл, да? Ролл, потому что мне надо таверну собрать. Лерой... Факту мы резать никого не будем. Вот отсюда бы стенку снять. Повесить куда-нибудь сюда. Здесь я поставлю Лероя как-то вот тут, наверное. Здесь я, наверное, начну с этой. Яда есть в партии вообще? Нет, мурлоков нету. Ну, может быть, какой-то Лерой под таунтом. Чисто технически. Ну, может быть. Технически может быть все. Ну, хотелось бы это топ-1 здесь. Хотя, понимаешь, что немножко незаслуженно. Ну, статы не никак на топ-1. У меня демоны получались и там по 3000 хп. О, видите, играет. Видите, играет и все. Минус. Минус одна очень сильная карта, и все. Ты не можешь ничего сделать с ним. Тут атаки нет столько, сколько там. Хотя дополнительный таунт у нас, собственно, здесь был. А здесь еще попробуй с этим драконом справиться. Ну ладно, нет, топ-2 достойно. Топ-2 камбэк красивый, достойно. Топ-1 не докрутил. Надо было быстрее в это переобуваться. Еще когда вот этот демон пришел, не запаливаться, наверное, насчет элемов. Может быть, лишний раз. Но в любом случае...
Что сделано, то сделано, былого не вернешь. Надеюсь, видосик вам понравился. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ждете ли патч. Телеграм-канал Таверна Грува, вся информация будет, конечно же, там. А на сегодня все, с вами был Грув, увидимся когда-нибудь завтра. Всем до скорых встреч, всем пока.